Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете зарубежные новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. В Германии из-за забастовок в аэропортах отменили более 2000 рейсов. Транспортники провели общенациональную забастовку в Италии. Интернет-портал «Мир-24» сообщает, что из-за масштабных забастовок сотрудников аэропортов в Германии отменили более 2000 рейсов. Акции прошли в нескольких городах страны, в том числе в Мюнхене и Франкфурте. Всего в них приняли участие сотрудники 7 воздушных гаваней. Все они требовали увеличения заработных плат. «Мир-24» со ссылкой на агентство ANSA сообщает, что работники общественного транспорта Италии провели в пятницу общенациональную забастовку. Она продлилась 24 часа. Акция прошла в знак протеста против экономической политики властей. Она приводит к тому, что работники отрасли становятся главными жертвами дикой приватизации, постоянного использования тендеров, субподрядов и субконтрактов, сказано в заявлении профсоюзов. По словам транспортников, финансирование отрасли приносит выгоду только частным компаниям, которые стремятся лишь к увеличению прибыли, но из-за этого наносится ущерб эффективности транспорта и безопасности на рабочем месте. Забастовка затронула работу всех видов общественного транспорта в таких крупных городах, как Рим, Милан, Турин, Неаполь и Генуя. Причем в некоторых мегаполисах забастовка началась еще в полночь. Для максимизации прибыли хозяева предприятий зачастую пренебрегают безопасностью на производстве, что приводит к авариям и несчастным случаям. Собственники и руководящий состав в большинстве случаев отчуждены от непосредственного производства и от людей, которые трудятся на их благо. Получается, что они равнодушны как к своему имуществу, так и к рабочим. Они для них лишь средство достижения своих эгоистичных целей. Более того, работовзятели считают себя благодетелями. Без них же все умерли бы с голоду. Но вот только это совсем не так. Каждый рабочий сталкивается с равнодушием к проблемам производства и условий труда, в результате чего решать трудовые проблемы работникам приходится самим. Для собственников является важным лишь вопрос их прибыли. Прибылью они сильно озабочены. Проводят собрания акционеров, советы директоров, на которых решают, как выжать еще больше прибыли из работников и оборудования. Работникам приходится объединяться и вместе вынуждать собственников повышать зарплаты и соблюдать законодательство. Для этого работники проводят забастовки, жертвуют своим доходом, ведь за время забастовок зарплата не начисляется. Возникает вопрос, а зачем такие хозяева вообще нужны? Трудовой коллектив гораздо лучше знает нужды своего предприятия. Поэтому профсоюзам нужно бороться не только за улучшение условий труда и рост зарплат, но и за то, чтобы все важные изменения на предприятии руководство согласовывало с правкомом. С вами был Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.